Здравствуйте, друзья. Восточным ветром нам принесло на тест новинки. Новинки от фирмы Fire Maple, которая, в принципе, выпускает очень много всего для кухни. Три вещи у нас явно для кухни кемпинговой. Хотя сковородочку можно одну и в походик при случае, если есть необходимость. Но в целом кемпинговый. И одна вот 100% супер походная. И эту вот новинку походную я покажу последней, чтобы ее как раз и разыграть на Boosty. У нас вот явно она напрашивается на такой розыгрыш. Вот. Ну давайте сначала к столику. Первое — это столик, чтобы нам все удобно показывать. Я сразу покажу столик. Это вообще, честно говоря, вот проведя в этом году три больших лагеря, кроме походов, у нас было три экспедиции. Вернее, две экспедиции, один волонтерский лагерь. И очень-очень большую роль у нас играли столы. Я об этом говорил в специальных видео о комфорте. Иногда приходится организовывать лагерь в условиях, ну, либо когда очень мало есть возможности вывести вещей, либо, например, когда ты приехал на машине, а потом у тебя еще заброска какая-то пешком. Да, вот тогда легкие и маленькие столики играют существенную роль. И у нас будет еще одно видео о модульном столе. А это вот такой вот складной, готовый. Да? То есть он повторяет, есть такие традиционные кемпинговые столы алюминиевые, но в данном случае он повторяет эту форму, но он маленький. Он в сложенном виде 45 на 30, а, соответственно, в разложенном 45 на 60. И весит 3 килограмма. Вот, соответственно, его можно, здесь ручка есть, можно нести, а можно вести в маленькой машинке. Да, если у вас небольшая семья и машинка с маленьким багажником, а вы хотите на природу. Да, вот, он открывается. И тут мы видим прикол, да, то есть здесь у него есть два комплекта ножек, условно. Есть короткие ножки. Вот они сразу складываются, и, в принципе, у вас готов столик. Но только здесь вот такие дырочки, которые нужно заполнять специальным винтиком, чтобы они не забивали землей. А винтик этот располагается вот на этих вот удлинителях. Вот такие винтики, они ставятся и на короткие ножки, и на длинные. То есть получается, что у вас столик может быть высотой 28 и 56. И это очень интересная история, потому что вы можете, соответственно, варьировать. Если у вас низенькие столики, и тогда это вписывается в небольшую кемпинговую палатку, ситуация, чтобы можно было этот столик забирать в тамбур невысокой кемпинговой палатки, тогда вы используете короткие. А если у вас высокая кемпинговая палатка, то можно использовать и длинные. Аляска напоминает, что лайки – это хорошо, но подписка лучше. Да, еще тут есть сеточка, которая тоже фактически организует еще один уровень хранения. Вы ее подцепляете, и под столом, соответственно, вы можете хранить какие-то дополнительные вещи. Но что интересно, что сам столик сделан из дерева. Но в действительности это, конечно, не дерево в прямом смысле, как мы его привыкли, там, сосна или дуб. Это бамбук, бамбуковое дерево. Что для китайцев, кстати, вполне редкая история. Вот такая деревянная крышечка. Вот, теперь у меня есть на чем показывать другие новинки. Я перехожу на более крупный план, и мы разбираемся с новыми вещами для готовки. Вот это сугубо кемпинговая штука, 31 сантиметр диаметр, 656 грамм. Такая вот сковородка интересная. Но она сначала выглядит как сковородка просто. Потом ты понимаешь, что, во-первых, здесь это алюминий, это антипригарное покрытие, такое рифленое. Но самое забавное даже не складные ручки вот такие вот. Вот, а вот эта конструкция снизу. Я долго не допирал, что это такое. Потом понял, что это... Дело в том, что здесь стояла заглушка болтиком, и было непонятно, что это такое. А потом выяснилось, что это, когда заглушку снял, а слив переставил, это оказался слив для масла. То есть, выставляя эту сковородку на огонь, вы можете спокойно здесь готовить мясо, а масло и мясной сок, лишний жир и мясной сок могут стекать в мисочку рядом поставленную.
Вот, мы уже ее испробовали, как раз жарили бекон, как раз жарили всякие яйца, еще что-то, овощи, и получилось вполне неплохо, и даже этот слив работал. Вот, единственное, что, конечно, она, алюминий это тонкий, это именно для жарки, и нужно, несмотря на покрытие, все равно контролировать, и очень важный момент, поскольку большая достаточно сковорода, нужно ставить на плитку широкими лапками. Если поставить на узкие, она будет вот так вот болтаться. Это нехорошо, особенно если у вас тут горячие продукты. Вот. Поэтому такое вот необычное решение для гриля, для кемпинга. Ну, причем можно жарить так, организовать поток и как бы, да, такое вот то, что и бекон, и стейки, и мясо какое-то другое еще можно обжаривать спокойно на такой сковороде. Ну, кому нравится. Тут как бы на любителя. Вот, следующий момент, он как бы совсем другой. Это вот значительно более универсальная штука. 31 сантиметр, около 400 грамм веса. Такая вот сумочка, характерная для Fire Maple, удобная. И это уже серия, это сковородка или сотейник. Серия Антаркти, складная стальная серия. Как и предыдущая, эта сковородка, она не сверхдорогая. Серия Антаркти из хорошей стали, поэтому она, ну, не самая дешевая, естественно. Вот здесь складная ручка. Можно вот так вот разложить и зафиксировать. Вот. Теперь она не сложится. И самое важное, это вот, вот в этой сковородке дно. Дело в том, что оно трехслойное, и оно специально сделано для распространения тепла. Все предыдущие сковородки Fire Maple я предупреждал, ребята, с ними нужно осторожно. Ну, там сковородки были с тонкого алюминия, были просто анодированные, были с антипригарным покрытием, но тем не менее это было все опасно, потому что маленькое пятно нагрева от плитки и в центре пригорает, по краям не готовится. Здесь нормальный процесс жарки и тушения, что важно, да, то есть здесь будет прогреваться, ну, реально толстое дно, из трех слоев, по-моему, вроде бы там внутри еще между двумя слоями стали алюминий, что позволяет быстрее нагревать широкую площадь. Вот, ну, уголок, сотейник можно сливать. Вот грибки на таком потушить, вот только в путь. Мидии на Белом море тоже запросто. Вот, ну, мы еще не пробовали, потому что мидии мы делали до того, как к нам пришла эта интересная сковородка. Но первая мысль у всех была такая: о, так это же прямо для них. Вот. И мне кажется, что, учитывая, что у них есть там комплект, и чайник, и всякие кастрюльки разные, у нас есть видео, я бы сказал, что это можно использовать не только в кемпинге. Ну вот если кто любит в походе что-то тушить там, жарить, то тоже, в общем, вполне вариант. Давайте сложим. Вот, единственное, что при упаковке, например, рюкзака, нужно понимать, что вот эта ручка, она немножко занимает это место, и что-то сюда вставить будет сложно. Разве что, если что-то плоское, а ручку немножко приподнять вот так. Тогда можно будет использовать это пространство. А так, видите? Ну, тем не менее, классная штука. Регулярно, когда у нас выходит видео про посуду из анодированного алюминия, меня она, кстати, в большинстве случаев устраивает, люди говорят, сталь нужна, сталь. Ну и последняя вещь. Выглядит как пачка сигарет. Из титана. Не сигареты из титана, а пачка с надписью Fire Maple. Это походная вещь, сугубо походная вещь. Это таганок для сухого спирта. Это old style. Это для индивидуальных походов и походников-индивидуалистов. Да? Есть копеечные жести, подобные вещи, но я такой вот первый раз вижу. Я, ну блин, ее даже из рук не хочется выпускать, такая она классная и мимимишная. Смотрите, да, то есть, здесь у нас есть такие вот боковые стеночки, как в обычном таганке, и еще продольные стеночки. Причем в двух положениях можно поменьше кружечка, побольше кружечка. Вот, здесь везде есть, с одной стороны, ветрозащита, с другой прорези для попадания воздуха для горения. Вот, сделано все очень качественно, хорошо, реально 70 граммов, невесомая штука такая. Ну, в общем, кайфовая вещь. Мне очень понравилось. И я совершенно... Я тут недавно плитку искал на 10 литров. Но выпускать из рук не хочется, а придется. Мы этот таганок разыгрываем на Бусти. У нас есть система поддержки канала. Есть ссылка на нее в описании. Кому интересно, присоединяйтесь. У нас там очень интересный чат. Очень интересная барахолка есть своя. То есть такое свое закрытое сообщество. Ну и там самое главное,
вот все, что я туда, все, что вся мелочевка идет туда на розыгрыши. Крупные вещи, палатки, спальники, вы знаете, мы разыгрываем прямо на канале. А это вот для подписчиков Boosty. Вот, кто-то из них станет счастливым обладателем этой офигенной штуки, этого офигенного таганка. Я благодарю Fire Maple за новинки и хочу сказать, что еще идет одна очень интересная новинка к нам. Это и важная новинка. Это плитка, целиком заточенная под цанговые баллоны. Кемпинговая плитка, которая прямо вот только под цанг. Учитывая, что цены на газовые баллоны резьбовые взлетели просто вдвое, плитка, которая специально сделана под цанг без переходника, она, ну, вызывает, по крайней мере, интерес. Я специально попросил, сказал, что вот сейчас это тот самый момент, когда такая плитка нужна, и фирма нам ее выслала. К сожалению, я сейчас еще не могу вам показать ее, она в дороге, но как только придет, я проведу полные тесты, используем, посмотрим, и я обязательно вам о ней расскажу. Всем удачи, кто будет участвовать в этом розыгрыше. Всем хороших походов, вкусной походной еды и кемпинговой. И до встречи в поле.